Сегодня на Витебской земле, в стенах Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова, мы принимаем первенство Республики Беларусь по тяжелой атлетике впервые. Соревнования очень значимые в целом и для Республики Беларусь. Принимают участие более 150 атлетов, в том числе и из Российской Федерации. Конечно же, на этих соревнованиях будут принимать участие и наши студенты, и первого курса, и четвертого курса, которые достигли уже больших успехов в большом спорте. Тяжелая атлетика у нас в стране вообще является одним из основных видов спорта. В Министерстве спорта это обозначено, потому что это олимпийский вид спорта, это один из медалеемких видов спорта. Вы видите, на всех соревнованиях у нас довольно хорошие результаты. Прошедшие чемпионат Европы у нас были чемпионы, и серебряные призеры, и бронзовые призеры. Поэтому этому виду спорта у нас достаточно много уделяется внимания как в Министерстве спорта, так и в целом и в регионах, в частности в Витебской области, в том числе в стенах данного учебного заведения, в котором находимся, точно так же уделяют внимание, и это очень радостно. Сезон складывается хорошо. Выступал я неделю назад на универсиаде между университетами. Там я стал чемпионом. Форма у меня сейчас в лучшем состоянии. Готовимся, настраиваемся на лучшее, а там как будет. Занимаюсь 9 лет уже тяжелой атлетикой. Участник чемпионата Европы, призер первенства юниоров, Кубка страны. Думаю, показать хороший результат на этих соревнованиях. Все получится.